В Уральске в Центре культуры и искусства имени Кадыра Мырзаали прошел региональный республиканский конкурс среди жарши и термеши, посвященный 220-летию Махамбета Утемисова. На двухдневном мероприятии традиционного искусства побывали и наши корреспонденты. В Уральске прошел конкурс жарши-термеши, посвященный 220-летию со дня рождения Махамбета Утемисова, который собрал участников из разных уголков страны почтить память великого казахского поэта, батыра и борца за независимость, сохранение наследия предков и духовное обогащение населения. Такую цель ставят организаторы мероприятия. Зашло умер. Мы перестали уделять внимание этому виду искусства. Мы хотим, чтобы молодое поколение знало и ценило культурное наследие своих предков. Этот конкурс не только праздник искусства, но и возможность показать, насколько богаты и глубоки наши традиции. Участие в конкурсе приняли талантливые исполнители из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областей, а также местные творческие личности. Молодые участники с энтузиазмом пропагандируют и поклоняются казахским национальным традициям. Каждое слово, каждая нота, каждый жест – они несут в себе дух наших предков. Мы обязаны сохранять и передавать это будущим поколениям. Радует, что у молодежи высокий интерес к сфере. В этом году гран-при достался представительнице Кызылорды Нурайым Ертарап. Великолепное поэтическое мастерство продемонстрировала Бахыт Арстангалиева из Актюбе и заняла первое место. Второе место завоевал Саджан Галимжанов из Западно-Казахстанской области. А третье место досталось представительнице Кызылорды Улдана Нуртуган. Этот конкурс становится не только трибютом великому поэту Махамбета, но и ярким событием, подчеркивающим богатство культурного наследия Казахстана. Мульдар Садыргалиева, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.